В Североказахстанской области девочка, которой нет и 3 лет, перенесла сразу 7 сложнейших операций и, вопреки всем диагнозам, смогла встать на ноги. Маша Истомина вместе с родителями медленно, но верно идет к своей мечте – одержать победу над недугами. А это что? Банан. А это что? Вина. Вина? Град. Ягодки. Маша Истомина с самого рождения борется сразу с несколькими страшными диагнозами: спинномозговая грыжа, гидроцефалия, синдром Арнольда-Киари, вялый нижний парапарез. Прогнозы были неутешительные. В свои неполные 3 года девочка перенесла 7 сложнейших операций. Ну давай снимать. Ну давай снимать, мама. Снимаем, сейчас, подожди. Ребенок, которому с рождения предрекали полную обездвиженность, сейчас уже может стоять, правда, только с помощью специальных аппаратов. Маша научилась ползать, сидеть и каждый раз удивляет всех своими достижениями в развитии. С нашим поражением это большой успех. То, что она даже сидит и кушает. У нее интеллект развит, по возрасту даже превышает. В семье Истоминых 3 детей. Маша – младший ребенок. Родители не теряют надежды поставить девочку на ноги. Нам надо проходить курс реабилитации. Желательно, чем больше реабилитации, тем больше шансов встать на ноги. Но шанс встать на ноги 90%. У нее сохранены все функции. То есть теперь нужно подать вот сюда, в мозг, что она может. Впереди у Маши курс реабилитации в Челябинске стоимостью почти 3 миллиона тенге. И чтобы девочка смогла его пройти, неравнодушные жители объединились и поддерживают эту семью. Но средств не хватает. Стараемся изо всех сил помочь всеми способами. Все операции, все, что Маша проходила, мы вместе со слезами на глазах смотрим, все плачем. Сейчас не хватает 1 200 000 тенге, да. Маша растет очень общительным ребенком, и, по словам ее мамы, то, чего девочка достигла сейчас, это уже настоящее чудо.